напряженность. Нет, все возможно. Сжигаемая моя! Он взрослый парень, ага. Ему 11 лет. Угу. У тебя сейчас другой родится, ты о нем подумать не хочешь? Ты чем их кормить-то собираешься? Полгода парню велосипед купить не можешь. Последнее пробивать! Это не твое дело, я здесь хозяин! Ага, завтра жрать что будешь? Сука, ты еще и рассуждаешь! Я уйду, дура! Денка своей бесстыжей вылупила. Что вы говорите? Мы говорили про некоторые нюансы. А, про нюансы, про какие такие нюансы вы говорили? Ну как тебе не стыдно? Ну в самом деле. Ну, что... Заткнись! Иди своими больными командами, а меня не учили, как себя вести. А ты знаешь, дорогуша, что я тебе скажу? Нюансы у нее. Гляньте на нее, а? Выучилась, думает, умнее других. Знаешь, что я тебе скажу? Ты вот своего мужика заведи, ему мозги вправляй. А моего оставь в покое! Сиди, иди! Вот что ты говоришь? Только так можно любить. Истинная любовь перешагивает гробовую доску. Вадим, а давай разведемся? Я давно об этом думала, просто Димку жалко было. Но так еще хуже. Ленка, ты что, с ума сошла? Я так больше не могу. Черт возьми, ну я тоже так не могу, Лен. Леночка, ты что, Лена, пойдем домой. У нас с тобой разве есть дом? Интересно, что ты, в дивере столом кидалась? Ну, обычная бытовуха. Дело не в этом. Главное, этот директор очень любит свою тещу, понимаешь? И он приглашает меня послезавтра в ресторан, я приглашаю тебя. Ну, чтобы мне капитаном до пенсии ходить. А ты до пенсии не доживешь, если меня опять продинамишь. Ты понял? Угу. Клади заявку на стол. Здесь нераскрытые заказухи за последние 2 года в этих городах. Угу. Через 2 часа придешь. Прилечу. Веткин, а как она стол-то подняла? Она тренер по тяжелой атлетике в женской сборной. Угу. Отдых. Вы знаете, у вас такая напряженная работа. Знаете, ваша голова, она забита ненужными вам, чужими проблемами. Ведь в вашей голове может найтись место совсем немножечко свободного, а? Ведь, как говорил один сеньор, пишущий в газетах, почему сердцу человеческому мало одной любви, и оно почти всегда ищет. Письма. Могла бы, конечно. А что писать? Ну, о дочке вашей, о погоде можно. Хорошо. Только я разучилась письма писать.